сработало искажающее орудие. Оно способно уничтожать целые миры. Но без источника питания ковчега оно бесполезно. Ваша задача захватить ковчег, пока он на авиабазе. Мародеры, готовьтесь! Ожидание высадки Титана! Всем привет, мои дуванчики, с вами Маусер, и мы дальше играем Titanfall 2. Наша глава называется «Испытание огнем». Так, тихонько. Что здесь такое? Нифига себе штурм, ё-моё. Так, присесть можно? Можно, куда, у кого стрелять? Пушки? Да. Да ладно, пальну я. О, сколько нас? Уже несколько. Это что, Титан против Титанов? Ничего себе. Вот это замес. Бум. Есть, один шел Ронин. Ронни Колман, иди сюда. Это что за шкет? Нет, шустрый такой, да? Пупсик. Че, не целится? Хрена себе. Да, ё-моё, ну. Мазила. Так, кто там? А. Сейчас, фух. Окуней. Мазила. Так. Брут. Брут и Ронни Колман. Ха-ха-ха-ха. Получи. И сюда. Давай один-один, ну. Снова вы. Что такое? Ях, и где? Сколько вас? Нет, наш ушел один. Да давайте ядро запустим. Что-то слабонько он стреляет. И он. Какое ядро? Ой. Это да. Щит. Готов. Бум. Отлично. Так, это мы еще чуть-чуть, все. Так, давайте поменяем пушечку. Что у нас здесь? Ронин. Что Ронин делает? Дробовик. Ионин. Она стреляет хорошо? Да, так сойдет. Нормально. Все. Ох. Что такое? Что это было? Мелкий такой, сильный. Ясно. Что, удачи. А, еще и приз получили. Сколько же вас здесь, ну? Да-да-да, давай. Ко-ко-ко. Еще ядро у нас. Да. Легкий загар тебе. Легион. Получил ногой в грудь. Легион. Все. Нет легиона. Из легиона превратился в отряд. Точнее, даже никого. Вы со мной. Пошли, берегись.
Снова Легион. Скорч. Что такое? Что за скорч? Иди сюда, я тебя скорчу. Чем ты стреляешь там? Консерва. Хрена себе, какой он устойчивый к ударам. Куда пошел? Ку-ку. Да-да. Да успеем. Не переживай. Еще один скорч. Давай, иди сюда, скорч. Хорош. Кто откуда там, блин? Ага. Бум. Прямо в мозг. В челюсть. Пошли. Лифт. Давай, ну, пилот. За мной. Так иду, иду. Поехали. Готовься, пилот. Нам поехали. Вперед. Теперь будет сложнее. Так, открывается люк. Отлично потрудился, Купер. Как по мне, ты заработал свой сертификат пилота. Да, спасибо, спасибо. Заканчиваем и валим домой. О! Подарочек. Что за няшечка? Нордстар. А, да. На это. Мультиплеер есть. Вперед, вперед, враги наступают. Где же враги наш? Та фигня дубасит мощно так. Кстати, ребята, спасибо за почти 190 подписчиков. Я даже не ожидал. Очень приятно так. Даже очень, очень-очень. Спасибо всем. Вы лучшие. Ага. Все. Здесь зачистили. А, еще здесь. Этот мелкий. А, ты там целишься, да? Попал. Пошел отсюда, смертный. Да, что он там хотел делать, не знаю, наверное, ядро запустить. Нордстар. О, это местина. Еще один удар, иди сюда. Кто здесь, а? Умер. Здесь кто-то стрелял. Где ты, сволочь? Брут. Прямо в пох. Ах, ты резкий, да? Иди сюда. Чё, резкий такой, да? Да. У меня жизни побольше-то. А еще сколько вас? Ну давайте запустим ядришечка.
Да, вам подарки, блин, с Новым годом. Крис. Какая там ракета кластерная? Ох, ух, блин. Здоровья-то нет. Ой, уже есть. Подлечился так. Еще один балабол. Кластерная ракета. Куда-то мимо пальнул. Все. Кто здесь она? Ну, ладно, давай. Для этих резких как понос роботов. Немножечко ядришечка. Что ты там стреляешь? Да иди отсюда. Клещ. Говорил же. А, тоже, да? Блин. Чуть стену не разбил. Я же пошутил. Так, контрольная точечка. Здесь что у нас? Сейчас будет. Сейчас будет мясо! Попал, нет? Попал. Промазал. Я здесь зарядом или что такое? Что за бред? Ку-ку. Блин. Весь заряд в топку. А, снова вы. Так, ну или тебе есть ракета? Была. Кто такой? Ах ты ж пёс. А ядро вам. Сейчас тебя скорчу. Еще один скорченный. Скорченный скорч. Куда? Блин, так ты ж... Тоже резкий, да? Поносик. На тебе поносику. Поносик, на тебе поносик. Ты ж ублюдок. Ой. Кто-то там целится. А, заколбасила, да? Еще разочек. Да. Так, ждем щит. Давай, падай щит. Ку-ку, ублюдки. Merry Christmas. Словили, да? Иди, иди сюда. Ты ж пупсик мой. Что такое? Близко это Слоун. Ковчег направляется к вам. Теперь очередь. А, Слоун. До встречи. Ничего, придет и твой часик. Я надеру твою попку железную и мясистую тоже. Ням. Всем корабль, летим за ними. Что, это все? Походу, да. Ладно, ребятишки, всем спасибо за просмотр. С вами был Малсер. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Вот такая у нас была короткая серия. Что ж, всем пока-пока. И не забывайте ставить лайк. Все, чао.